Не случайно народ мой из древней считал, что олень его жизнью и радостью стал. В стаде новый теленок, в людях праздничный день. В сердце тундры олень, песня тундры олень. Наконец-то для эвенкийской творческой группы программы «Гевен» наступил радостный момент. Мы едем в командировку и не куда-нибудь, а на международный чемпионат по традиционному оленеводству в горы Нерюнгри и село Иенгра. Поистине это было масштабное мероприятие, собравшее настоящих оленеводов и чумработниц. Ну, на данный момент в Нерюнгринском районе очень много гостей. Участие принимают из 13 субъектов. Принимают 4 страны. Это Гренландия, Китай, Монголия и Исландия. Наши гости очень довольны, там много народу. Тем более едут настоящие оленеводы. Многие приехали со своими оленями. Конечно, организация мощнейшая. Все друг другу помогаем. Проводит Росконгресс, город Москва. Основные организационные вопросы и плюс финансирование, питание. Очень хорошо все было организовано. И, конечно же, это Министерство Арктики и Нерюнгринский наш район. Это мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете. Вот, и оно планировалось давно, но изначально планировалось провести его в Черском, в селке Черский, так как у нас есть там Арктический колледж народов Севера. И здесь речь идет именно об оленеводческих компетенциях, то есть развитии профессионального мастерства. То мы планировали провести в Арктическом районе. Однако в связи с реконструкцией аэропорта в Черском было принято решение и было перенесено мероприятие сюда, в Нерюнгринский район. Несмотря на то, что это не Арктика, но тем не менее Республика Саха-Якутия является арктическим субъектом Российской Федерации. И самое главное, что здесь сохранилось уникальное оленеводство эвенков, оленеводов, которые сумели, несмотря на интенсивное развитие промышленности, сумели сохранить родной язык эвенкийский, свою культуру, сохранили своих оленей. И пытаются здесь уживаться и в условиях промышленности. И мы хотели, проводя здесь это большое мероприятие, хотели, во-первых, обратить внимание на уникальность этой территории, уникальность оленеводства в Нерюнгринском районе. С другой стороны, попытаться вот объединить многие субъекты Российской Федерации, наших коллег из других стран, именно по теме оленеводства, что нам необходимо сегодня объединяться для того, чтобы совместными усилиями решать проблемы оленеводства, принимать какие-то общие решения, разрабатывать общие проекты для того, чтобы оленеводство сохранялось и оставалось основой существования наших народов, чтобы они в будущем развивались и жили достойно. Из-за своего расположения Нерюнгри всегда встречает гостей не очень приятной погодой. День соревнований тоже не стал исключением. Дул сильный ветер со снегом, площадка была скользкой. Но, несмотря на это, и мужчины, и женщины в прыжках через нарты показали хорошие результаты. Кристина Фалькова! Поддерживаем бурными аплодисментами! Приехал сюда, а здесь прям, ну, прям северное, прям аж на улице даже выступать, это вообще прям что-то новое, интересное. Мы так не занимаемся у себя там многоборьем этим. А тут прям я аж на улице подышал, прям ух, хорошо. Да я сам первый раз сейчас на улице выступал, прыгаю через нарты, я сам такой вот, опять повторюсь, рекорд поставил. Ну, потому что мы в зале прыгаем через нарты, это совсем другое. Но... И плюс тем более там посеком можно, а тут в одежде, в кроссовках, это все, это такое, ну, прикольно вообще. Да и все прыгуны отлично выступили, как могли, так и показали себя. Было очень сложно, первый раз. Пробовали. Интересно. На ту. Ну вы впервые, да, вот на свежем воздухе? Или вы у себя только там в закрытом помещении? Нет, у нас тоже на свежем воздухе проходит, но маленько в другом формате. Ага, понятно. Получается, прыжки у нас здесь прыгается вперед, а у нас они боком. И у нас немножко другие они, ну, более тяжелые, более весомые такие. И их сдвинуть трудно, и как бы у нас засчитываются. Ну и правила маленько. Как бы впервые столкнулись такие. Ну и ничего, посмотрели, попробовали. Попробовали. Опыт. Опыт, год, да, конечно. Посмотреть и
как другие. В принципе, это большой опыт для нас. Очень рады, что приехали на такое мероприятие. Они очень важны в плане того, чтобы знакомиться, распространять там свои знания и наоборот получать знания от других ивентов. Затем участники состязались в метании аркана и показали такое умение и ловкость, что можно не сомневаться в том, что своих оленей они обязательно поймают. Я учусь в Таймырском колледже. В бригаде у меня 1200 голов. Старшие остаются, некоторые их не остановятся, и молодое поколение вместо них встает. Ну, то есть, как я. После отца я остался тоже так же. Республика, да, мало-мало, олени. 60-70. Домашние олени. Все перевязаны. Тогда вы их не пасете нигде, да, так как? А вы на каком языке разговариваете? У вас какой язык? Тувинский. Скажите, а язык-то ваш сохраняется или люди уже забывают потихоньку? Параллельно с соревнованиями шла и деловая часть программы. Внеочередное заседание провел Совет Ассоциации оленеводы мира. Это очень значимое событие в современной, скажем, истории для арктических сообществ. Ведь речь мы ведем о том уникальном явлении, которое, где формируется арктическая цивилизация, культура кочевых народов, носителей редких языков на планете и сами по себе очень малочисленных. Поэтому то, что мы в свое время 25 лет с лишним создали вот такую организацию, Ассоциация оленеводов мира, это было тоже очень серьезное по тем временам даже, да, событие, потому что тогда тоже обстановка была не менее сложнейшая. И благо Россия даже в этих условиях смогла тогда найти финансы для того, чтобы провести этот съезд учредительный тогда. Но сегодня, понимаете, ситуация как бы повторяется. Границы закрылись от российской границы в западную сторону. Хотя Россия всячески предлагает, что мы для диалога всегда открыты. Ага. Ничего, мы за пасухой не держим, никаких черных, скажем так, целей, мыслей, тем более. Но, тем не менее, что случилось, то случилось. Поэтому часть учредителей этой организации, Ассоциации оленевода мира, они оказались изолированы от нас. Это 6 государств, которые находятся западнее от российской границы. Оленеводческие регионы, страны. Ну, понятно, здесь оленеводы сами по себе не виноваты. Правители их не закрыли границы. Поэтому мы договорились с коллегами таким образом, что вот западная часть, они тоже в том же объединении будут работать с тем же уставом Ассоциации оленеводов мира, с той же программой. Но они объединятся и будут проводить мероприятия свои, направленные на сохранение и развитие оленеводства. Мы же восточнее от российских границ, включая Китай, Монголию и 20 российских регионов оленеводческих, тоже объединились вот сегодня на нашем заседании Совета. Создали свой офис своим решением, центром в городе Салехарде Ямал-Ненецкого автономного округа. Зарегистрируем устав, то есть станем обычным юридическим лицом, но организация сохранит свой статус международный. Вот для того, чтобы дальше на той же правовой платформе в виде устава ассоциации мы будем продолжать реализовывать те программы, которые ставили перед собой. Кроме того, прошла международная конференция по устойчивому развитию северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике. Для нас Арктический совет является одной из двух основных площадок международных. И мы будем сегодня прикладывать все усилия, чтобы продвигать работу на международном уровне. И надо сказать, что мы консультации
с коренными народами, с постоянными участниками Арктического совета сегодня ведем в двустороннем, трехстороннем режиме. К сожалению, надо сказать, что эти переговоры и процессы – это тоже достаточно сложные. Вот. Есть такие тонкие моменты, так скажем, мягко говоря. И мы со своей стороны будем только настойчиво повторять, что надо сохранять консенсус международный, учитывать все мнения. Дорова тялбо весель. Хун таки энтакая бачабарым, хун дуле эмди, хуахангчарам хун таки хольнари, койятнари, онда бидди весен. Буда магадандула манручат дорарбур, чулюпки онда орарбур да бидетен манруттап, теми хунуда орачалба гуэнам манрулда орарбур джаваттава, чулюпки онда орарти эдетен да манур, орарти тачанта хуаякая вирэдетен титерипкичен, худа манручат гралру. Будет и Меркель, и я хочу, чтобы тоже на оленеводы нашли в себе силы, чтобы продолжать идти по дорогам наших потомков. Пусть цветет ваша тундра, пусть умножаются тысячные олени, пусть у вас опасают, потому что мы не сможем, если мы сегодня не сохраним, то у нас ничего не будет. Поэтому пока у нас олени, и мы должны стремиться. Все силы, которые у нас сегодня есть, усилия, знания, мы должны приложить для того, чтобы сохранить оленей. Это самое наше главное, потому что мы без оленей, не знаю, я не могу даже назвать, кем мы будем, если мы останемся без ничего. Для нас это будет горе. И поэтому помните о том, что вы должны идти все вперед и вперед. Пусть будут олени. Большой интерес среди участников и гостей вызвал такой вид состязаний, как ловля оленей. Он состоялся в местности Заречная в селе Иенгра. Как и всегда, погода не баловала участников. То был сильный ветер, снег, метель, а то и солнце выглядывало. В общем, она была очень переменчива. За 10 минут два участника из каждой команды должны были поймать 5 оленей. Зрелище было очень интересным. Оленеводы из Амурской области оказались на высоте. Там Таня и Аркана принимали участие, да, еще в прыжках через нарты, в комбинированной эстафете тоже принимали участие на лыжах. Потом северный тройной прыжок тоже участвовали. Ну и как ваши успехи? Ну хорошо, но наши вот оленеводы принимали участие, я представитель команды. Ага, ну ничего. Расскажите, какая у вас команда приехала? Команда из оленеводов. Оказывается, здесь и спортсмены принимают участие. Мы привезли только оленеводов. Двоих мужчин и двоих женщин. Из двух сельскохозяйственных организаций СПК «Шулун» и МУП «Эдюгэн». И как ваши впечатления? Впечатления очень хорошие, очень тут интересно. Оказывается, проводят спортивные мероприятия среди оленеводов, также среди спортсменов по Северному мегаполису. Ну, для себя тоже почерпнули очень много информации. У себя тоже будем проводить, ну, готовиться и проводить. У нас 25 февраля фестиваль оленеводов прошел, но там у нас другие мероприятия были. Допустим, вот скоростное седлание и навьючивание оленя. Также гонки на верховых оленях, оленеутранство, что еще, стрельба из лука, гонки на охотничьих лыжах вместе вот со стрельбой. Но всего оленеводов по всему нашему району 45, а оленеводческих стоянок у нас около 19. Ну, оленеводство у нас развито более. Да. Ну, раньше вот прям поголовье достигало около 14-16 тысяч. Но сейчас не так много, но развивается. Но есть. Во время напряженной работы, среди шумной суеты, отрадно было встретить своего сородича, эвенка из Китая, поговорить с ним на эвенкийском языке. Как вообще там живут эвенки сейчас? Как у них с оленями? 你们现在在中国过得怎么样? 非常好。 Они живут очень хорошо, у них сейчас у всех есть машины, у них дома, юрты тоже есть. 很少住帐篷了。 Очень зрелищной стала торжественная церемония открытия международного чемпионата по традиционному оленеводству с вручением наград. Дорогие участники международного чемпионата, дорогие наши гости,
Разрешите от имени руководства республики, от себя лично, поздравить с открытием первого международного чемпионата по традиционному оленеводству. Первый международный чемпионат собрал очень много участников из зарубежа, из субъектов Российской Федерации. И считаю, что сегодня организационный комитет в лице председателя организационного комитета главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева вручить премию главы республики Саха-Якутия имени Глафиры Макаревны Васильевич Булатовой Надежде Яковлевне, преподавателю Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена, Турбусоведу, кандидату филологических наук, Санкт-Петербург. В огромной толпе среди гостей мы встретили очень колоритного мужчину и не смогли пройти мимо. Это оказался настоящий шаман в своем шаманском костюме, который приехал специально для благословения этого праздника. Я приехал с целью, чтобы познакомиться с народом, найти молодых шаманов, их маленько обучить. У меня природный дар, я нигде не учился, это по предкам идет. А предки ваши кто? Я сам родился в тайге, на стойбище оленеводов родился. Родители у меня, вообще все предки оленеводы. А и по вашей линии крови вас кто был шаманом? У меня шаманская кровь идет по обоим, что по отцовской линии, что по материнской. А здесь я впервые. Народ открыт, конечно, с ивенками очень пообщался на своем языке, на родном. И общение такое душевное, и надо нам вообще... Главная цель шамана, тем более я по России, однако один действующий шаман, надо духовно объединять ивенков. Вот потому что молодые ивенки, они закрытые, потому что ивенки сами от природы внутри закрытые, и надо маленько духовно поднимать и молодежь обучать духовной культуре. Адо, тадавкал авадит адиканавал туране. Шу Авгород Бедикалду Кутучи. С большим волнением все ждали самого главного момента – гонок на оленьих упряжках, которые не обманули ожиданий и вызвали полнейший восторг и зрителей, и участников. Ondan kata bu tabi hürri düğen onu giyen kettim. Hanatımda kettim bu. Bu kelen baran toh dihanı iney? Naha üçü ibrahim kırdım bu katın. Hastanım ağay. Kançiyet tazgı ve bütün ütü kırdım. Kançiyet tazı kırdım, bu istapkını kırdım. Beyemti gibine ha, bütün yüzüm beyemti be ham. O kuzun emiyeti gibine. Kim öğretti tadı beyem ve öğrenmedi? Beyem o kadar bitten onluk, işte ne bin. O dihim yine sömü o hacı bittir, heves ki hana. Sakızı da attın acatıma, hakızı tanıdım hadi. Onu küsbinen, o kadar bitten tanıdım o dihim. Hanta yokuz ki genel. Мин дивиде таңас менен бизде. Ата эн билин хассас тахкыны. Агсон тогу. 14 майга 90 будет. Новинкой стали соревнования по арктическим компетенциям, таким как разведение костра в зимних арктических условиях, выделка шкуры, приготовление ухи на костре, обустройство оленеводческой стоянки, возведение чума и другим. Тем не менее, все это не вызвало затруднений среди участников, ведь для них это привычные дела. Народный ансамбль танца «Гулун» – театр коренных малочисленных народов Севера. Праздник удался то, что свою задачу выполнили. У нас ивенкийские костюмы, они абсолютно новые. Вот первый раз мы ходили здесь. Да, специально вот караван.
Первым едет мудрый старик. Он как ягельник весь седой, но и крепок, что горный кряж. А за ними подросток внук, как теленок шустрый и глазаст. Все они невидимой тетивой связаны. И чудесный лук изготовлен, чтобы впустить в вечность жизни свою стрелу, родословие, долгий ход. Каждый камень, каждый ствол чувствует друг друга. Работу международного чемпионата освещали и республиканские, и федеральные СМИ, которые показали ее в полном объеме. Дорогие сородичи, для вас песня «Радость танца». Давайте со мной петь! Явившись на свет, лишь глаза я открыл. Жизнь свою я оленям уже подарил. Потому что так думалось в те времена, мне не жить без оленя, ему без меня. Это была обзорная передача о работе международного чемпионата по традиционному оленеводству. Подробности смотрите в наших следующих передачах.